Привет. Тут знакомый сказал мне, что ему нужен тоже такой же паяльник, как я брал у китайцев. Так что я заказал. Вот и пришла. Сейчас распакуем. Посмотрим. Да, и заказав этот паяльник, я китайцу попросил, чтобы он дал мне подарок, потому что я второй уже раз покупаю у него. Он сказал, что хорошо. Он честный человек и отправил мне паяльник и еще часики. Сейчас посмотрим на часики. Здесь откроем пакетик этими насадками. Должны быть их 5. Вот они. Такого нормального качества. Сейчас поставим его в розетку, посмотрим, работает или нет. Нагревается или нет. Так, 1, 2, 3. 4, 5. Все в порядке. Блин. Сейчас посмотрим. Это метр имеет этот кабель. Все. Да, нагревается. И так быстро, блин. О, кончик нагрелся уже. Все. Сейчас посмотрим. Этот, как его, часики. Какие он часики тут мне отправил. О, как бы запаковал. Наверное, женские, а нет? Не знаю. Я думаю, что женские. Вот такие. Не знаю, видно. Их будет носить, не знаю. Да, не ожидал женских часов. Они как-то так ставятся на руку и типа браслет, не знаю, чтобы было красиво. Китаец. Ладно, спасибо дареному. Зубы не смотрят, как его. Здорово, но коню. Все, пока.